Друзья, сегодня мы с вами обсуждаем новую почту, эту службу доставки, очень удивительную, как она себя печально ведет, все эти нюансы решения проблем, но самое главное, если вам повышают цены, как этого избежать и, в принципе, вся пошаговая инструкция. Добро пожаловать на канал BellExpert, с вами Владимир. Друзья, смотрим картину. Была у меня посылочка, короче, оформлена на... в общей сумме 1300 гривен. После того, как поступила в Киев, она по какой-то причине изменилась на 1512. Но и конечный результат мы вышли на то, что все-таки цена вышла на 1300, как это должно было быть. И предысторию я вам расскажу, как это было и, в принципе, решение данной ситуации. Обращаю ваше внимание, то, когда ваша посылка генерируется, обратите внимание, какая сумма у нас получается за сам товар и, конечно, итоговая за саму доставку. Если вы пересекаете полстраны или вообще, возможно, всю страну, когда она попадает в сортировочный центр Киев, там может цена меняться. Обратите внимание, гривен 200 могут вам накинуть. Вот на примере моей посылки она была в 1300 общей сумме, как сама наложка, так и доставка. То есть. И после того, как она Киев прошла, она почему-то еще на плюс 200 гривен 1500 вышла. То есть, объясняю, там произошел такой момент, сказали, что посылка у нас до 10 килограмм, после этого они взвесили там, и вышло до 20 килограмм. Но по факту у меня там было стекло объемом 50 на 50 сантиметров, грамм 200 всего-то веса. Но они почему-то ложат в эти коробки и набивают нам цены. Вот. Я дозвонился в службу поддержки. Здесь ее можете видеть на горячей линии Новой почты. Назвал последние 4 цифры моей накладной по данной посылке. И мы решили этот вопрос. Почему так вышло? Мне дали промокод. Вот скинули смс-очкой в качестве изменений. Я его ввел внизу, там где отслеживаем нашу уже посылочку. Есть такое, как внести промокод. Все, мы сбиваем эту сумму, чтобы вы знали на будущее, если вам так вдруг накрутят. Потому что не все на это обращают внимание и вот так вот нагревают на вас денежки. Поэтому, ребята, будьте внимательны, будьте бдительны. Это есть действительно не гуд. Новая почта себя просто обманывает своих клиентов, и им за это явно не стыдно. Я вам показываю все эти моменты, рассказываю, как сбить цену, как она была изначально, чтобы они не обманывали. Потому что за момент до того, как получать за день посылку, я зашел у них, спросил, а почему цена изменилась. Они мне сказали, да, это отправитель там удалил, потом добавил цену свою. Но это бред. Это просто бред, потому что вот так вот, в принципе, и обманывают. Они сами не разбираются или разбираются, но называют вот такую вот чепуху. Поэтому обращайтесь по горячей линии, узнавайте, что, как, почему у вас вообще, в принципе, обращайте первоначальную цену, та, которая стоит изначально, едет вам посылочка. Если что-то меняется, звоните на горячую линию, и после этого решается вот такими-то моментами. Дают вам промокод. Вы сбиваете цену на изначальную и получаете то, как у вас было. Вот, в принципе, и решение. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий, делитесь с вашими друзьями и близкими этим видео, чтобы меньше было вот таких моментов. Дальше больше, скоро увидимся.